Я сегодня хочу рассказать о двух наших эксклюзивных продуктах. Это вылеты в Италию, регион Марке. Эти вылеты стартуют с 8 июня. И также хочу несколько слов сказать чуть попозже по вылетам в Турцию, город Измир. По Италии. Прекрасная возможность не только отдохнуть на море, а и посетить города. Разные города. Первый тур, о котором хочу сказать, это тур «Вся Италия от Анконы до Анконы». По данной программе туристы имеют возможность посетить Республику Сан-Марино, Венецию, озеро Гарда, Милан, Рим, Ватикан. Стоимость тура на 8 июня 476 евро с человека на неделю на базе завтраков. Вторая программа «Италия и Швейцария». Путешествие по двум странам, а также посещение княжества Лихтенштейн. Стоимость на человека данного тура 637 евро. Также питание, завтраки на 7 ночей тур. Третий тур, тематический тур по Южной Италии к Святому Николаю от Анконы. Уникальная возможность посетить самую знаменитую православную святыню Европы, базилику Святого Николая в Бари. Экскурсионная программа также включает посещение Рима, Древней Республики Сан-Марино, ну и других важных городов. Стоимость данного тура 470 евро с человека на неделю, на 7 ночей, на питание и завтраки. В этом сезоне также у нас будут вылеты в турецкий город Измир из Киева, это Турция. Эгейское побережье, комфортный отдых без изнурительной жары даже в пик сезона. Ключевые достопримечательности – это древний город Эфес и дом Девы Марии. Самый крупный курорт региона – это город Кушадасы, прилегающие курортные городки. Хочу выделить несколько отелей. Первый – это отель Silight Resort, пятизвездочная гостиница. Она подходит для активного семейного отдыха, а также для молодежных компаний. На 10 июня цена на одного человека 560 евро на 7 ночей, на утро все включено. В этом сезоне мы также предлагаем отель Amara Silight Elite, пятизвездочный отель, небольшой, уютный, хороший сервис в гостинице. Рекомендуем мы данную гостиницу для семейного отдыха, а также для людей, которые ценят качество и комфорт. Стоимость, обращаю ваше внимание, 655 евро на 7 ночей на одного человека. Также на утро все включено. Еще есть хорошее предложение по отелю из данного региона. Сунис ФС, семейный отель, 1078 евро на человека, на все включено. Компания Тестур, мы надежный оператор, работаем давно, предоставляем качественный комплекс туристических услуг. Будем рады в оформлении туров для ваших туристов.